Некалькі месяцаў запар Магілёўшчына рыхтавалася да святкавання 71-й гадавіны вялікай перамогі, і зусім хутка плён працы тысяч людзей пабачыць жыхары ўсёй вобласці. Дарэчы, відовішнага будзе нямала: урачыстыя мітынгі, святочныя праграмы і, зразумела, салют. Колькі залпу расфарбуе начное неба Магілёва і хто возьме ўдзел ва ўрачыстым парадзе, ведае Павел Савіцкі. Войскоўцы 180-й гвардейской инженерной бригады завершили подрыхтовку до проведения святочного салюта. Проведены апошние испыты, а это и практичные тренировки, и проверка техничной частки. У день перемоги осечки не повинно быть. Основное внимание стоит обращать на исправность цепи. При подключении пультов мы там проверяем ее. Вот. Ну, и основная проблема выходит, если вдруг клемник выходит из строя. Ну, это крайне редко бывает. Непосредственно у день салюта войскоўцы приведут мартиру у боеготовность. Карта запуска подрыхтована. Прыгожий салют – это сапраўдная наука. Учитывается и сила света, сам цвет, время горения этого изделия фейерверочного в воздухе. Допустим, форсовые изделия, они очень яркие, представляют собой летящую комету. Цветопламенные, они раскрываются просто как цветочек. 9 мая небо над Магілёвом расфарбуют 30 залпов. Форсовые, пульсующие. На выбор войскоўцев больше за 50 наименее. Каждый год что-то новое. Павел Савицкий, Александр Артемьев, «Новини регион».